Сейчас мы пройдем по улице Мира, посмотрим, почем здесь фрукты. Вот здесь местный виноград, 170 рублей черный, 150 рублей белый, персики по 150, но здесь есть и по 130. Это, кстати, местные персики, такие вкусные, ну, не всегда сладкие, но очень такие ароматные натуральные персики. Инжир по 250 рублей. Вот тоже виноград без косточек, кишмиш 150, да, по-моему, там цена была на него. Арбузы вот такие вот маленькие, мини, по 100 рублей за штуку. Мы его ели, он желтый, очень, кстати, вкусный, сладкий. Вот эти арбузы по 35 за килограмм. Они все, арбузы здесь очень-очень сладкие. Вот это мы вчера брали сливы по 25 рублей за большой стакан. Так, ну что тут, вот ежевик 80, малина 100, но мы ее уже попробовали, она кислючая. Сейчас пройдем мы еще и посмотрим, почем здесь фрукты. Это улица Мира. Лучшие фрукты – это пончики. Пончики по 15 рублей. Можно купить уже резанный арбузик. Вот такой вот большой стаканчик 60 рублей. Дыня 80. Голубика по 100 рублей. На пляже, кстати, будет стаканчик 100 рублей стоить. Ягода у нас, она уже отошла. А здесь еще продается клубника 200 за вот такой лоточек. Мне кажется, что здесь где-то, ну, грамм 400, наверное. Ежевика 300 и 350. Что-то плохо видно, да, отражается свет. Голубика 400 тоже за вот такой вот полукилограммовый лоточек. Ну и в стаканчиках по 80, по 90, по 100 рублей. 100 рублей черешня. И арбузик тоже 80-60. Кукуруза везде продается, очень вкусная, кстати, я вчера покупала на пляже. Три штуки 100 рублей, одна штука 40 рублей, бывает, продают и 4 штуки по 100 рублей. Вот тоже, кстати, домашние желтые персики, цена здесь у них в среднем 130 рублей за килограмм. Вот здесь тоже, кстати, фруктики продаются, но мы туда не пойдем, а то это будет очень уж, так сказать, в глаза бросаться, то, что я записываю. Все на видео. Хожу тут как папарацци. Персики 130, черешня 150. Очень вкусная, кстати, черешня. Здесь еще много продается орехов, и тоже они свежие, и они дешевле, чем у нас стоят. Допустим, бразильский орех 850 рублей. Сейчас вам покажу. Так, вот здесь фрукты. Сейчас хозяйка Люсия нам немножко расскажет, почем, что почем стоит. Вот эти яблоки, я вижу, они местные, да? Да, сколько стоит? 100 рублей килограмм. Дальше нектарины. 170 рублей килограмм. 180 абрикосы. Мы их сейчас возьмем, они выглядят очень вкусными. Вот эта дыня, ее обычно продают 3 штуки на 100 рублей. А это местная дыня? Она очень маленькая, и при ней пишут, что она со вкусом ананаса, да? Мы уже купили, но еще не попробовали. Огурцы? 70 местные тоже. Тоже местные огурцы. И вот здесь везде очень такой хороший, большой выбор орехов, и они стоят дешевле, чем у нас. Я из Твери приехала. А вот сколько стоит бразильский орех? 750 килограмм. Мы, кстати, сейчас только что дальше были, там 850 рублей килограмм. Так что здесь на 100 рублей дешевле. А миндаль? Миндаль 800 килограмм. 800 рублей килограмм. Кешью? Кешью 900, фундук 750, макадамия крупная 900, мелкая 800, пекан 900. Пекан 900. 630 грецкий и макадамия 900 рублей. Это, кстати, тоже низкая цена на эти орехи. А откуда они? Макадамия – это австралийский орех. А. Это австралийский орех со вкусом белого шоколада. Вот здесь еще арбузы, но они, как везде, по 35 рублей. 25. Здесь... А, 25. Ну вот, везде 35, здесь 25. Но арбузы здесь везде очень сладкие и очень красные. Виноград 150-170 рублей. Вот груши еще. Они местные, да, груши? Груши тоже местные. Почем они? 220 рублей. А скажите мне еще помидорки. Вот они такие красивые. 100 рублей за килограмм. А, лаврушка, кстати, продается. Я видела, ее здесь берут на сувениры. Ага. Вот эти вот 150 рублей. Я вижу, что многие с собой ее увозят. Мы тоже будем уезжать, обязательно возьмем. И 100 рублей вот такой вот веничек. Лаврушки. Ну, в общем, вот. Что здесь? Вот такие вот есть еще грецкие орехи. Мед, варенье. Ну все, все, возьмем сейчас абрикосики и пойдем.
Вот такой еще часто можно увидеть фрукт, называется маклюра или адамово яблоко. 3 штуки продают на 100 рублей, но его так просто не едят. Из него делают настойку для суставов или против онкологии. Ну и везде продаются еще вот эти вот, как они называются, чурчхеллы. Маленькая 50 рублей, большая 80 рублей, с разными орехами, с разным соком. Ну, в общем-то, вот... Прошлись мы по фруктам, цены примерно одинаковые везде, но, видите, в то же время и бывает и существенная разница процентиков на 30, так что если походить, можно выбрать, а фрукты все очень вкусные, очень спелые, сочные и натуральные.